Готовы к голодовке. Отчаянные дольщики печально известного дома номер 8 по улице Мишина обсуждают крайние меры. Деньги похищены, по стенам пошли трещины. Никто из людей заезжать в разрушающийся дом не намерен. Сдать дом должны были весной 2015 года, но стройка неоднократно замораживалась. Работы окончательно прекратились, когда вскрылись очередные недостатки. Отсутствие арматуры в плитах перекрытия. Более 100 семей остались без денег и без жилья. По данным прокуратуры, похищено около 28 миллионов рублей. Областные власти заявляют, что нашли спасителя в лице застройщика Юрия Гуринова. И людям предлагают переезжать в соседний дом. Однако дальше слов дело пока не идет. Официальной информации ни одному из нас не поступило о том, что кто-то готов достраивать или какие-то вопросы решены. Вот здесь есть представители власти, с которыми я уже с утра разговаривал. Никакой официальной информации о том, что есть какие-то решения, у нас нету. Нынешний генеральный директор ЭЖС озвучил, вот вы сейчас просто ахнете, озвучил фразу, что нам даже 19-й год не светит. Вам не светит ни Мишина 5, как нам обещали, нам не дадут ни на Мишина 5, ни на Мишина 10, ни на Мишина 12. Вам ничего не светит, вам светит только Мишина 8, которая будет, возможно, только в 22-м году. Вот представляете, даже не 19-й, мы уже настроены, ладно, но 19-й год это вроде как следующий год. Мы уже прождали 4 года, уже вроде как, ладно, 19-й год это, а сейчас уже озвучена фраза 22-й. Наша проблема вообще не решается, абсолютно, абсолютно не решается, поэтому мы уже серьезно обсуждаем вопрос о голодовке.